Откуда? Собака. Выебанный ты пирог, чайф. Угомонись, животное. Только серый. Цветных нет. Не торопись, дорогой. Одна из этих. Носители выкрашены в отдельные цвета. Эта бусинка тоже выкрашена в отдельный цвет. Просто он серый. Ладно, подожду, когда обычные бусы объединятся вокруг носителя. Не выйдет, дорогой. Это сектор генерации электромагнитной ловушки, которая мешает вредной старухе обижать меня и не позволяет летать за мной. Электромагнитное излучение не даст. И секатор не работает. И как я должен найти носитель? Не знаю, любимый. Не знаю? У тебя мозг размером с планету. Я не знаю. Thank you.
не то. Докопаться бы до мякотки. До нужной сразу и не добраться. Сидит дед, во сто шуб одет. Дед во сто шуб одет. Вот она, да неужели? Быть такого не может. Шестая на месте. А потом бум! И я одна не стала. Шучу, не бей. Ну и урод же ты! Ангар с воздушной техникой. Интересно.
Бэтва, ты думаешь, я тебя не переиграю? Я тебя уничтожу. Ты у меня на компост пойдешь. Обязательно, если эти милые бусики меня по полу не размажут.
Эй, у меня будет еще одна бусинка. Как это мило с твоей стороны, милый. Скорее же, понести свой подарок в мой раз. Угу, уже бегу. Седьмая установлена. Скоро у меня будет восхитительное ожерелье. Осталось совсем немного.
1.0 мир. Снова эта штука. Я встречал ее несколько раз, пока преследовал Петрова. Кроме меня ее никто не видит. Даже Храс не распознавал, что это. Ты о слезе, дорогой? Ты ее видишь? Нет. Но я чувствую, когда она появляется. От нее словно веет чем-то. Очень важным, но таким призрачным. Я не могу ни понять, ни вспомнить. Вот тебе и мозг Элеоноры. Масштабные у тебя апартаменты, подруга. Это схема рекомбинации. Конечно же, тут все просто. Черт, ногу сломит, блин. Элеонора, так что это такое, слеза? Рождение массива, дорогой. Она призрак, созданный кем-то невероятно могущественным. Я не в силах понять, кто это. Но я чувствую, как слеза ищет что-то, что ты выбросил. Я? Ни черта я не выбрасывал. У меня и не было ничего. Постой. Кольца. Черт, бета-коннекторы. За ними охотились все подряд. Их раз уломал меня выкинуть их, мол, от них будут одни беды. Как знать? Дорогой, ты же военный, значит, понимаешь, что убивает не оружие. А тот, в чьих руках оно находится. Поэтому я и выбросил кольца. Точнее, поэтому я и поверил Хразу. Забудь об этой ерунде, милый. Теперь мы навсегда вместе, и прошлое не стоит твоего внимания. Счастья с прогулки поскорее, дорогой. Я жду тебя с нетерпением. Thank you.
Это была последняя. Все готово для рекомбинации. Все готово? Для чего? Обещание выполнено. Я обещал тебе ожерелье. Ожерелье у тебя.